Здравствуйте, дорогие друзья, с вами доктор Труф. Это продолжение прохождения великолепного, но, блин, недоделанного года мода Быстророст Диез, темные крылья. Мод на старушку Medieval 2 Тутового. Мод по вселенной товарища Мартина, Игра престолов, песня «Льда и пламени», короче, как-то там называется. Я книжку не читал, но сериал, естественно, смотрел. И сериал мне нравится. Правда, последний сезон, блин, седьмой, это говно, конечно, страшное. Не суть, ладно, окей. Играем мы за «Братство без знамен». Проходим. И все-таки здесь вот додавил я мортализационов. Это было вне записи. Тут я разбил их большой стек крестьян, потому что они ничего не могут нанимать, и им разрушил всю экономику. А потом методом хитрых махинаций заработал себе вот этих товарищей. И все вы прекрасно знаете, как это делать. Надо просто отрядиком обычным или двумя нападать на относительно равные там и чуть-чуть слабевшие войска, но без генерала, чтобы нападали. И так гонять их на автобой несколько раз. И вот так вот я трех чувачков заработал. Плюс узнал, что у меня есть вот мистер Сандер Клиганчик. Я-то думал, я его грохнул. Где-то вот здесь я его убивал. Должен был мне напасть. Потом как он здесь у меня нарисовался. Что прикажете? Это круто. Ну почему-то он здесь, блин. Почему ты тут, ё-моё, братан? Вот сейчас он меня ползет к основным силам. Как только я захвачу Мартельск. Мартельск полностью. Чудесно. Сидерхолл, кстати, вот у них тут основная еще тусовка сидит. Их тоже надо разбивать. Я подумал, Сидерхолл захвачу. Ну как, если получится. По крайней мере, этот стек я потрачу. Потом прибежит еще вот этот чувак, да, например, король. Да? Вот я думаю, что да. И добьет. Добьет мистера Мартелов. Привал. Возьму я этот Сидерхолл и обменяю его на какой-нибудь замок у мистера Баратеона. Или даже у Тирелов вот здесь, на Эшфорд, например, обменяю. В общем, или на что-нибудь. Я подумал, что обменять на какую-нибудь интересную штуку вполне и будет классненько. У этих же Тирелов. Вот, Арбор. Кстати, не попробует ли мне, например, обменять Сидерхолл на вот этот вот Арбор Тирлами? Why not? Why, сука, not? Ну что ж, тут у нас немного народу, но мы сейчас... Оп, понятно, сейчас мы разобьем. Это я вне записи, пожалуй, сделаю. Ладушки, а ладушки. Блин, просто пипец, как я слил тут сейчас кучу народу своих, это вообще кошмар. Ох уж эти ландшафты пустынные. Даже странно, что мне такую хрень предложили. За какой что? Выкуп? Да, да, давай выкуп, хорошо. Чего нет, дети? Это кошмар вообще. Кошмар. Привели нас к победе. Да, мой король. Хотя бы восстановились. Я уже думал, что все. До свидос. Там было 5. Секундочку. Ёперный театр, а если я потерял кого-то? А все, насрать уже все, тут плевать. Рад потерял, значит, так надо, блин. Приказ? Значит, дебил я и все. Потерял, так потерял, бокс. Уфу-фу-фу-фу. Ну что, Берик, а Берик Дандарионщик мой, давай, дорогой, лети, потому что именно ты. Да ты пока, в принципе, здесь можешь остаться. На случай появления читерского стека. Потом, конечно, все это будет удалять, чтобы мне, конечно, минус дикий идет. Из-за такого количества народу, которых кормить нечем. Я же все снес нахрен. Вообще все постройки, которые только можно. Это моя тактика была. Кстати, здесь почему-то у меня пекарня осталась. Я ее сносил, не сносил. Не, я ее не сносил, видимо, да? Не помню. Не суть. Жду вашего приказа. Что ж, вот здесь тоже приступим. Нас еще ход. Здесь я все-таки атаковал, да. Атаковал. Право торговли у меня есть с тиралами. Мне сейчас надо немножко с ладистрами, да? Помириться, ё-моё, конечно. Давайте будет попробуем замириться с ними. Никаких с ними я же, типа, не воюю. Так, минус потихонечку у меня сжирается. Слава богу. Потихонечку минус уходит. Вот забавно, но, ё-моё, играя, например, за Станиса, сейчас вот, стримлю, да, 4000 монет,
Так, 4000. Ну, 4000 хорошо, благодаря новым чувачкам. Играет за Станиса на стриме. Вот я стримлю Станиса. Я ту же тактику решил выбрать, то есть захватить Мартелла, здесь плацдарм. Станисом, дабы у меня очень большущий минус, там, содержание войск требует очень много денег. Но там за вот мою вот, тактику выжженной земли денег-то много, что-то они дают. По 1000, по 3, по 4. Здесь-то мне по 20, по 15 давали, так нормально. Я прям реально за один город выпрыгивал, да, мой король, из минуса в легкую. Жду вашего приказа. Так, ага. Не желаю. Собственно, и ваше величество, да, глава дома Мартеллов, кстати, между прочим. Это не какой-то там хрен с горы. Тут это остался. Тоже какой-то лорд. Наследник Дорна. То есть он станет в любом случае принцем. Фу, этим главой дома, если сдохнет его батя. Ой, ё-моё. Хотите узнать своего врага? А я хотел бы, чтобы вы давно уже в отставку, да, все ушли, ё-моё. Хорош. О, в черном приюте достроилось то, что я успел заказать, когда деньги были. Но если я сейчас разнесу Поднебесье, я вот думаю, а есть ли смысл сейчас уже разносить? Вот тут как бы... А нафиг, я уже вот шахты есть. Я не буду сейчас сносить все нафиг. Не буду. Каменолом, не вернее. Я захвачу городок, и все, уже останется. Мне уже не надо уничтожать, мне теперь нужно как-то крепить. Укреплять, наоборот, нужно. Не буду уничтожать теперь все. Будет минус, да ничего страшного. У меня достаточно много войск, которые потом, по итогу, я отсюда, вот, когда Мартеллов уничтожу, спокойненько переброшу в другие места. Я, правда, единственное, опасаюсь высадки Грейджоев, вот на этом. Но Грейджой вряд ли, блин, в Дорне высадится. Как бы они хрен его знают, но они вот здесь обычно беснуются же, правильно? По скрипту. У Старков там. У Ланнистеров, у Тирлов. Неудорно же, ё-моё. Ну, это мы сейчас проверим, конечно. Проверим, по итогу проверим. У тебя уже 32-й ход сейчас. 32-й ход, и братство без знамен прям вот, прям, блядь, очень крутой у нас. Ура-ура. Ура-ура-ура-ура. Вы нападете, наверное, да, если я... Что у вас тут есть? Войны Нигерии есть немножко. У вас нигерийцев есть? Не страшно, конечно. У меня лучников нет у моих. Вот только два. Давайте. Да, мой король. Вперед! За честью и славой! Есть так, мой король! Все. Начинаем осаду! Все равно будет большая осада. Будет держать, пофиг вас. Тут, мы, наверное, будет битва вас, с ним, да? Сейчас засейвимся и попробуем провести. А, чак-чак, он ушел. Ёперный театр. Мы победили. Да, тоже с другой стороны. С нами Бог. В атаку. Будем стоять до последнего, милорд. Значит, Берик Дондарион придет. Его отжам койот. Давай сюда идем. Сразу. А, чак. Перехватом устроим. Часовых. Привал. Вперед. За честью и славу. Жду вашего приказа. Блин, Тирлы же нападут же, если я уведу. Здесь у меня больше никого нету. Ты у меня единственный остался. Да, милорд. Ну, на всякий... Есть. Я не знаю просто. Тирлы нападут на длинный стол. В принципе, насрать, если что. Проверим, как там что будет. Фу, считаю, что вот это забрать, и все, Мартеллов больше нет. Ну, правда, они будут появляться с читерскими стеками, твою мать. Проверим, поехали. Опа, дали, торговый договор, конечно, давайте. Замечательно, да, как насчет сегодня по карте, я вам ток всего могу показать. А они, да, они согласны. Замечательно. Мы напрасно тратим. Твою мать, только-только ведь, да, говорили о вот этом дерьме. Вот он, да, это скрипт, потому что я могу отказаться. Я могу отказаться, это скрипт, и я отказываюсь, конечно. Я с ними не воюю, а нет, блядь, я не мне войну объявлю сейчас стопудов. Грейджой, только вот, буквально вот-вот сказал по поводу высадки этих говнарей, и это происходит. Я отказываюсь, избегаю боя. И он уходит и садится и обратно. Не хотите, как хотите, говорит он, и уезжает. Хи-хи-хи-хи, ура, все. Я теперь так и буду делать. Отличный.
Отличный, отличный, великолепный способ избежать этих скриптовых битв. Я надеюсь, это скриптовых, скриптовых битв избежать. Еще какого-то парня. Да у меня до хрена генералов сейчас. Пирсон, Мерсон, замечательно. Морская блокада Кайса. Блядь, что с тобой, старый? Ты из ума выжил? Что ты мне, блядь, предлагаешь? Ну реально. Что за задание? Ну что за глупость какая-то ужасная? Просто дебилизм. Дикий дебилизм. Зачем мне здесь плот, говорю, да? Зачем мне здесь порт брать блокаду на своем плоту? Или там плотах на моих? Там, меня вот в осаду сейчас взял в порту какой-то хрен. И он мне наваляет в легкую. Зачем? Ну какой смысл мне там брать блокаду? Какой, блядь, смысл? Зачем туда тащить? Что за задание? Идиотские. Просто, я бы сказал. Категорически идиотский. Прямо идиотический. Ладно, пока у нас бока, иди-ка ты. Блин, а у нас нету права прохода. Он же обидится, тварь. А мы сюда придем. Опа, аккуратненько. Пробежали. Блядь, все-таки. А, отношения ухудшились. А с ними пока не хочется портить отношения. Да, мой король. Прям вот совсем. Чем я тебе денег им предложить, да, не могу. Так, давайте перемирие, друзья. Да, конечно, щедрое предложение, сейчас видно по карте. Они согласны. Блин, прекрасно, у меня нет теперь войны с этими дебилами. Торговый договор. Щедрое, блядь, предложение. Замечательно. Союз мы не можем, конечно, вступить, да и плевать. Плевать, плевать. Минус 50 тысяч у меня. Фу, минус 50 тысяч, но это временно. Это временно. И вряд ли сейчас кто-то со мной захочет сражаться, ибо я жирный. Жирный. Так уж вышло. Жирные и без денег. Так, вот эти два хрена у меня не почему-то стоят. Давайте сюда иди. Завтра мы продолжим. У меня два хрена без содержания. Так лучше сюда башни, конечно. Нет, сюда иди, сюда иди, сюда иди. Джоффри. Джоффри я замирился сейчас. Стали, значит, я все. Кирлы, это все. Значит, можно идти к... К Аренам. К Аренам. Со Старками я побазарил. Остались Арен и Грейджой, с которыми я почему-то решил воевать резко из-за скриптов. Ну, хрен с ним. Ничего страшного. Так, Берик, 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 Дандарин, Дандарин. Минус один верность. У кого? Ты охренел? Ты выйдешь сейчас из сумрака у меня, да? Блять, красный ты. Фу, с тобой, давай низкие налоги сделаем. Давай, не надо бить. Не надо. Дипломатический Грейджой начали войну из-за, понятно, из-за скриптов. О, отстроились. Конец, наконец-то отстроилось. Солнечное копье я не трогал. Так, 15 тысяч, там долина. Низкие налоги, все. Низкие налоги, ведь эти маленькие поля. Ну и потихонечку. Да минус уйдет, все в порядке будет. Минус уйдет, все будет хорошо. 11 главарей участвовали в налетах, между прочим. Налоги почему-то маленькие. Торговля должна улучшиться. Большие траты на армию. Это временно. Это пока мы сейчас здесь экспансию проводим. Как только здесь экспансия пройдет, все вот эти вот войска, которые находятся у меня в солнечном копье, вот тут эти, вот тут все это сойдет на нет. Будет не нужно, я их либо упраздню, либо перекину на какой-нибудь новый фронт против, там, не знаю, блядь, против Тиролов тех же, например, или против Ланнистеров, или против Джоффри Бардеона, предположим. Перекину и солью быстро. Жду вашего приказа. Ага, угу. Так, очередь остановлена, итоги хода, блин, минус 20 дом. Так, мы вызываем два лучника, ополченцы находятся в вашей столице, лучшие войска. Блять, старый, а? Старый лысый мудак, что ты мне предлагаешь? Двух сраных лучников дал и попросил блокировать этот порт. О, господи, блядь, зачем? Тебя что там, блин, обманули, когда ты шлюх покупал в этом порту? Что происходит? Зачем тебе этот порт нужен там? Так, с мартелами. Понятно все. До свиданица. До свиданица. Так, мы сейчас, кстати, старую крепость заберем. Тоже, я думаю, если успеем. Да, этим я должен забрать. И эту старую крепость мы подарим там Станису Братанису, например, да? Предположим. Или даже, сука, Старком. Хи-хи-хи-хи, это будет смешно. Старк, держите. Или Джоффри.
Кому бы задарить? У кого денег ебут, тому и задарю. Плевать на этого станется, братанец, что-то не помогать мне ни хрена. Ну, хотя, с другой стороны, хорошо, хоть это союз не разрывает. Так, тут мы накрывать не будем. Да, осталось 7 ходов. Да потерпим, что-то терпим. Здесь 8 ходов. Тут разве что с помощью своего товарища вот этого. Заатачить. Да не заатачить. У нас следующий ход заатачить. Так, ты же... Блять, а как ты себе... А, наемничка взял. Деньги есть у них, понимаешь? Наемничка они себе взяли. Наемничка взял у себя. Значит, на следующем ходу. Всех убил. Тут чувак стоит. Сандер Клиган, конечно. Хороший. Мистер Пес, дуй, короче, к своим, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Аккуратно. Тали, братали, а? Наши не ухудшились. Ну, я, чувак, я не хотел, честно. Я иду просто, я иду. Как бы, ну, да иди ты в жопу, слышь. Ну, иди ты вот вообще куда-нибудь. Я иду мимо просто. Я не собираюсь ничего трогать. Ух ты, блядь, значит, Джоффри там все. Ну, хотя Наталья насрать. Пока не воюю. Как мне? А что мне еще делать? Вот это... Опоздание. Морская блокада. Кайса. Все, какие-то проблемы у тебя с портами и шлюхами, которые там тусят. 5 тонн, а нормально. Минус 60. Но это не так страшно, как, например, у Станиса. И я бы сказал, Станис, у меня там что-то минус 150, и перспективы, что я закончу войну с Мартеллами, не особо велики. Я там остановился только, по-моему, на уровне у Тора Вейта и Солнечного берега, захватив вот так вот. Или даже песчаную... А, нет, все правильно, песчаную долину я взял, и вот Айронвуд. И Айронвуд. Ну, там, в принципе, тоже там же есть, там Мелисандра есть. Я бы сказал, дракон номер 2. Убийственная тёлочка. Так, 6 ходов. 6 ходов, 7 ходов. Рад служить вам, милорд. Кто больше? Так, вот и так, если я атакую сейчас этого кренделя здесь, он наверняка будет в горах сидеть. Хотя у меня луки есть, а у него нету. А вот сейчас не знаю, сейчас проверим. Надо провести, конечно, убийство. Королька их. Постараться шваркнуть королька. Что будет несказанно, блядь. Просто кошмар какой. Давайте попробуем. Ждем за честь. Так, 2 лучника, между прочим, и глава дома Мартелла. Значит, он будет жирным и жирной тварью, блядь. Личная безопасность, законник, у него 56. Сколько там у него? 56 человек. 56 человек. Гоу. Так, ну что ж, не очень хорошо, что у меня такой дымочек, и почему я не стал это ждать, да бог с ним, вообще подойти просто поближе и начать стрелять. Давай. Вольные лучники. Арбалетчики пошли, да? Все. Нет, не пошли ни хера никуда. Но Берег Дондарион должен сделать свое дело. Вот, давай, вольных лучников. Давай. Начни с них потихонечку. Пусть не стоят. Хорош, молодец. Да. Вот эти вот все ребята у меня за шипами стоят. Милости просим, прибегайте. Ну, погибнут так погибнут. Я думаю, что погибнуть могут, конечно. Но если принц налетит на шипы, то будет великолепно. Плюс он так особо-то не добежит, их расстреляют. А вот эти мои воины Дондариона, блядь, расстреливают кавалерию вот прям красивейшим образом. Красивейшим образом. А-а-а! 79. Все, они, конечно, не пошли, блядь. Пошли они, знаете, куда, блядь. В жопу они сейчас у меня все пойдут. Все, они выступают. Все, отходим. Ему надоело стоять под обстрелом. Это великолепно, потому что сейчас вся моя мощь уже начала стрелять. Сейчас пока пусть стреляет, постреливает. А потом вся мощь. Начнет стрелять по принцу Дорнову. Поопаснее все-таки, конечно, будет. Как ни крути. И опа! Вышел. Все должны приготовить. Все залп должны дать. Ну, ребята. Так что ж за херня такая-то? Ё-моё. Трое, четверо готовы. Этот может, этот.
Не может. Ну, значит, не стреляешь ты. А, Чак. Давайте, ребят. Это должно произойти сейчас, пожалуйста, пожалуйста. 56 человек. Это опасные ребята. На остальных... Да плевать на этих лучников. Все, давайте сюда. Враг потерял. Кстати, тоже сюда давай. Тоже сюда. Вот они сейчас устроились для атаки. Шипы. 46. Я говорю, они убийцы вообще. 21. Они убийцы просто, ребята. Ой, великолепные. Просто потрясающие лучники, конечно, у братства без знамен. Рулит вообще безбожно. Какие-то дебилы встали. Это ну что стоят? Стойте, что могу сказать. Вот. Разбить их. На остальных плевать. 3, 2, 1. Давайте. Пофиг, что там они там стреляют в упор, господи. Пофиг, конечно. Вот. Вот, королька, главное. Королька, моралька. Мы есть! Убили их, короля. Мы убили Скрема короля, атаку, замечательно. Потому что я... это великолепно, блядь. Противник бежит. Продолжаем схватить вот их. Конечно. А вы все приготовьтесь к атаке вот на них. Должны положить, кстати. 17. 14. Побольше-то расстреливайте. Конечно. 10. Бабат. Бля, ты скачешь там? Нет, братан. Давай. Догоняй вот их. За ними. Эти-то ладно. Этих-то грохну. Давай. 3. Ну, не дать уйти никому. Все, молодцы. Всех зарешали. Фу. Да. Берик и его лесные братья, конечно. Это, конечно, сила. Однозначно. И да, и колышки, конечно, да. Без колышков у меня были бы проблемы. Хотя бы один залп в упор. Ё-моё, один залп их нету. Так, ну я думаю, что мы отпустим вольных лучников. Наверное. 14. Решили отпустить, проявить немножечко, сука, благородство. Ага. Все, мы не будем нападать, наверное. Хотите, я думаю, подраться? Да? Могу напасть, к ней присоединиться вот этот город. И жду, давайте проверим. Вряд ли, конечно. Ну. С нами Бог. Да, ну что вы. Нет. Да, отпустите. 18, их, по-моему, было меньше. О, да, милорд, пожалуйста. За что? А уж выкуп тогда уж. Все, заели. До свидания. И жестокость. Меня Вера опять. Я, ты что ж такое-то, а? Да, милорд. Тут у меня как раз, два, три, дофига слишком у меня, конечно, да, коллег моих. Дофига коллег, и они могут погибнуть в этой топке. Да, дичайшей. Твою мать. Так жду, и ты, Берик, не будешь участвовать в этом канале. Посмотрим. Возможно, просто я... выведу отсюда генералов перед штурмом, если будет автомат, да, чтобы никто не погиб. Да, хорошая идея. А сюда, приказ. Правильно, вперед. Одних таранов нахерачу. Есть мой король. 4 как минимум тарана поставлю. И сделаю кучу лестниц. Потому что нападать будет, скорее всего, на них. На моих вот этих лучников. А это значит... Это значит, надо передать лучников, если они есть... Ну, вот сюда вот. Мой естественно. Король. Пусть нападают на Берика Бандерилана. Вот да, так вот, да. Да, мой король. Ну, это останется, да. Тут есть лучнички? Да! И дофига! Уж обходить, наверное, да? Пока есть время. Идите из осады, друзья мои. Будет исполнено. Идите вот так, блядь. Сюда идите, все, короче. Вперед, бегите, бегите к Берику Дондрионовичу. Хорошо. Вперед. Жду вашего приказа. Да, в случае атаки просто выведу полководцев вне, чтобы они случайно компом не были похерены. Есть, как приказ. Самым дерьмейшим... Не успел. Я не успел, а. Не успел я захватить это место. Кто-то, кстати, осаждает.
интересно, дорогие подруги. Тут тирлы, конечно, скорее всего, вы это, блядь, сделаете. Хотя, зная местный гарнизонный читерский секрет, возможно, у вас ничего не выйдет, мои хорошие друзья. Два хода до сдачи. Сейчас посмотрим. Значит, оставайтесь здесь тогда уж, раз уж на то уж пошло уж. Идите сюда. Вперед, сюда. Путь окончен, так, ну что ж, извините, пожалуйста. Вот, извините, что хожу, блядь, здесь вот у вас тут случайно. Я не хочу, не хочу. Вот так надо идти, да. Там через королевскую гавань лучше не ходить. Лучше не ходить. Итак, у нас тут осталось 7 ходов, здесь 6 ходов. Не буду я атаковать. Как у нас дела? Алый поселок. Нормально, он гарнизон держится. Держится мой товарищ и друг, и брат. Станис. Блядь, я тебе столько всего. Я тебе подарил все эти земли. Ты даже, сука, палец о палец не ударил. Ренли был уничтожен мной. Но я здесь вот, вот здесь вот я победил. Ренли королевского королевского предела просто в убийственной битве. В страшной убийственной битве. Для них. Хе-хе, я прям открыл для себя тактику работы с этими стрелками. Великолепно. И против кавалерии. Ну, ай. Станис, Станис, как же ты сливаешь все, а? Бля, что тебе все в сериале все сливаешь, что здесь. А, с Ивулечкой ход. Делать нечего. У меня сейчас... Я думаю, что я до 100 тысяч таки все-таки доживу. Минус, я имею в виду. Ну что ж, новые задания от лысого мудака. Надо подкрепление до 4 отрядов, да, что ты хотел, правильно? Да, до 4. Сложно. Добыча 5000, это хорошо. У меня практически все в поле работают, даже свеженабранные. 3 и вот на 4. Все. Сейчас задание. А что я должен там получить? Так, верность, 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 верность. Это вот Джион. Ты чё, ёпт, слышь? Ты как бы... Эй! Ты сидишь вообще на острове, ешь там виноград свой островной, и тебя никто не трогает. Чё виноград? Так, разве он растет? Что там растет, интересно? Куришь там траву или что? Какую-то вашу астроликовскую, ликовскую, там специальную. Что ты там делаешь, братан? Сидишь, не делаешь ни хера. И тебе не угрожает ничего. Даже фракция ни хера из Вархаммера. Ничего тебе не угрожает. Почему, блин? Ай, погибаю. Грейджуи плохие отношения. Ну, как бы это, ребят, неудивительно. Я даже сказал бы, что у меня с вами плохие отношения. Потому что зачем же вы напали и даже не сражались со мной? Это маленькая моя хитрость была. Но все равно. Не надо было, блядь, нападать. Какого хрена? Что вам нужно от серой крепости? Что? Грейджуи там зарыли колодец свой? Опа, а вот и тиралы братиловы. Братиралы. Все, значит, уходим. Что? А уходим мы сюда, скорее всего, да. Да, тирлы все-таки сделали этот маленький. Захватили. И у Мартелов осталось два города, это уже точно. Сидерхолл, который мы можем продать тирлам, между прочим, да. Или даже Ланнистерам. Кстати, лучше даже, наверное, Ланнистер продать, потому что тирлы у меня несколько... Ну, не беспокоит, сколько манят своими землями. И они, скорее всего, по идее, целющая цель моих завоеваний. Продать. Хотя, с другой стороны, Ланнистерам продать я могу, вот, собственно, за что? За какую там область? Например, за область Юрки Мост она мне не вдалась и не впилась, так сказать. Ни в какие места. Вот я бы арборчик бы у тирлов забрал. Наверное, тирлам отдам Сидерхолл в обмен на арбор. Если получится, конечно. Так говорится, если нет, продам Ланнистерам или даже Станису. Станет тут Бартеон еще. Так, звездные песни, замечательно. И общинные земли. Где эти времена, когда деньги были, а? А времена эти прошли, потому что я перестал захватывать и разрушать города. Все. Последние бабки здесь хорошие. У меня были у песчаника и Радовым холмом. У Аренвуду еще, да. В Поднебесье, в принципе, будут хорошие бабки, но я же там сносить ничего не собираюсь уже. Потому что это будет как определенный плод мой, как блокпост такой своеобразный. После того, когда Мартелов мы разобьем, я, наверное,
Наверное. Да, блин, все в города. Все превращу все в города. Пусть они шлепают мне бабло. Шлепают мне налоги, там все такое. Звездопадные, звездопад, все тоже неинтересно. Я боюсь за счет наемников. Специально строить чувачков. А так, нет, наемники, конечно. Пускай они строят дорого, зато они оп и сразу. Да ничего для них строить. А-а-а! Минус 80 тысяч. Но я думаю, конечно, достать и доживу. А вот и Мартел. Раз, два, три, четыре. Это читеры у них. Вот раз, два, три, четыре, читера. Плюс, я так понял, вот это глава, да? Лорд. Это наследник. А вот здесь глава сидит. Вот глава. Да, теперь. Их осталось двое. Тут даже читеров уже не пихнуть никуда. Или так уже максимальное количество народу. Полезут они ко мне. Полезут ли они ко мне ли? Полезут, конечно. Полезут. По-хорошему, надо было в Сидерхол вот сюда вот перейти. Ну, блядь, надо помогать. Надо помогать. Да, братан, иди-ка ты вот так вот. Аккуратненько надо ходить по их территории. И все-таки подойдешь на помощь этой стране. Если вот его разобьют, а это может произойти на вылазке, то придешь ты и его добьешь. Сразу причем. Надеюсь. Тут, кстати, надо. Ага. Ну-ка. Блять, красный. Нельзя. Нельзя, так нельзя, чувак. 85. Ну, значит, надо потерпеть еще. Ага. Каких святилищей Эрглора я строить не могу, к сожалению. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, мой король. Ага, желтая будет красная, если убегаю. Да беги уже к Берику Дондариону и его друзьям. Эх, вот, вот прекрасная. Цена найма вообще ни о чем. Содержание 200. Ну так, блин, содержание-то соответствует... Да здесь 150. Соответствует прекраснейшее содержание у них. 200 рублей, потому что лучники офигенные, конечно, будут дорого стоить. Что поделаешь? Ничего не поделаешь. Так, ну все, хватит ля сточить, тут так все ясно. Аароном разве что, вот, не ясно, только с моим послом-маслом. С послом-ослом. Идем к Аароном, а потом, наверное, Грейджоем подойдем. Где у меня второй-то посол? Посол-масол. А второй посол-масол у меня вот тут тусуется на всякий, сука, случай. Вот на случай с Эшфортом, там, с Баратеоном, здесь, на случай, если будет нападос. Нападос, еще нападос. Бля, прошел, твою мать, я забыл про моего этого малыша. Пса. Фу. Ща бы он мог влипнуть в эту неприятную ситуацию. Но не стал. Ура. Фу, это прям повезло. 4000. Эх, на тонну где-то они, да, в карман засунули остатки. Так, фу, слава богу, великолепно. У меня все-таки пес, он проскочил через все тернистые пути. Опять Грейджой. Ну, блядь, ну Грейджой, это Грейджой. Что делать? В любом случае, идем домой. Домой идем. Пес, конечно, мог у меня где-нибудь в кустах там сидеть. На чужой территории. Ну, вот из минус 100 тысяч. Так, атирлы, что мы здесь делаем? О, твою мать, арбалетчики простора. Вот смотрите, арбалетчики простора, там, рыцари простора. Кстати, арбалетчики простора, как бы, вот очень далекое не говно, прям, великолепные ребята. Гвардия простора, там, да, значит. Ту-ту-ру-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Вот куда все это делать в третьей серии седьмого сезона? Вот куда, сука, все это пропало? А? Из каких херов эта умнейшая тетка Тирил говорит, мы никогда не умели воевать. Блять, еще как умели? Что за глупости? В общем, короче, да. Опять меня кипит, бомбит, но я прекрасно понимаю, почему так сделали. Надо было уравнять как-то шансы с Дейнерис и Серсей. Поэтому слили, просто тупо слили союзников Дейнерис, чтобы она была в сложной ситуации, а Дейнерис типа... побеждала. Ну, это настолько... Это такая глупость.
так посол на железо не пойдет, нет смысла. Я бы сказал, конечно, что Сидр Холл. А с вами союз, кстати, реально вот тут? Ну, мало ли тут. Нет, какой-то, я вас умоляю. Видно по карте, да. Это можно попробовать. А то они не хотят. Фу. Ну, Сидр Холл я, наверное, тиралом отдам. В обмен на арбор, если получится. Если нет, отдам его, сука, Станису. Все. Кстати, да. Ну, значит, останься здесь. Если что, вот так вот здесь останься. Что будет бросать? Туда или туда? Да. Кстати, пропал баг. Пропал ужасный баг, который у меня был в игре с Дейнерис, когда посол никак не мог ни с кем поговорить, только на автоматическом ходе. Сейчас он пропал. Даже игра сейчас стримля за Станиса тоже. Пропал этот баг. Это хорошо. Так, вот. Ага, не дошел. Никто сейчас со мной воевать не хочет, жду, потому что я крутой, твою мать, сукин сын. 5-4. Все, 5-4. Сейвулечка. Продолжает деньги капать. Ну, конечно. Никаких пока не появилось у меня. Кстати. Дорогой кто-нибудь, например, ты, Ричард Кнолт. Сходи-ка ты лучше вот сюда, вот в Вейт, и возглавь вот эту вот небольшую армию. Нас... Хотя тут не что-то, да. Мало ли чё, появится какое-нибудь говно неприятного плана. И это говно надо будет подавить. Поэтому сходи-ка, и без тебя тоже нормально. Все, поехали. Арны, я забыл про Арнов. Арны, я забыл про Арнов. Ничего не делают Мартеллы. Вот ничего они не делают. Мартеллы не делают ровным там ничего. Ха-ха-ха-ха-ха. Кричит наш общий друг, не помню, как его зовут. 3,5, что такой радостный? Деньги в карман какой-то свистнул мимо бюджета. Гадяй. Мистер Пес. Никаких свиты нет. Почему у тебя нет, не знаю, сапоги? Сапоги повешенного дебила там. Почему нет этого Анча? Заключить союзончик мы можем с Арной. Какая прелесть. Ну, естественно. И выгодная? Ну да ладно, ребят, серьезно что ли? Они не хотят. А мы с ними уже торгуем, да? А, мы и торгуем с ними. Что-то странно, я думал, что... А с кем мы не торгуем? Прям вот мне вот интересно. С Грейджой мы не торгуем, это понятно, мы с ним воюем. Па-па-ра-па-па-па-па-па-па. Торгуем, с Тирлами торгуем, понимаешь, Старки торгуем. Ночным дозором мы не торгуем, кстати, о птичках, чтобы не поторговать. А Мартеллы, Болтоны, понимаешь, которые вроде как нам не нужны особо. Ну давай, сходи. Сходи, это далекий путь, все понятно. То есть, ну ты сходи. Сходи, понимаешь, там. К Болтонам, если они еще там не объявили войну Старкам. К ночному дозору смотайся, посмотрим, как там что. Может, удастся там как-то картишкой. Ланнистер, очень плохие отношения. А я же ничего не делал, ребят. Я ничего не делал. Ну, я, в принципе, плевать, вы ничего толком мне не сможете сделать. Ну, конечно, можете звездную песню. Фавн тут, конечно, города такие. 800-600 рублей приносит. Да, не, фуфло. Не так уж и много денег приносят эти фавантоны, блин. По сравнению с остальными здесь городами. Терять их не страшно. Страшно терять вот эти города. Хе-хе, мистер Джоффри. Который тут жахает. Каменный замок. Поселение союзников. Здесь хотя бы поселение союзников. Хотя бы как-нибудь тут происходит что-нибудь. Это понятно. Это союзник. Поселение союзников. Это тоже поселение союзников? Нет, это отбитое уже. Ой, Станис, дебила кусок. Как же так? Как же так, чувак? Как же так? Чувачок. Вот так. Рад служить вам, милорд. 3 хода до сдачи. Подождем, они, конечно, полезут вперед. Будет битва. Блять, минус 117 тысяч. Минус 100, сука, 17 тысяч. Мать твою женщина. Моя женщина. Ты бежишь. Да, беги сюда пока. Так, ты тоже выйди из Вейта. Жду вашего приказа.
выходите вообще из городов. Никого и так нет. Эх! Ничего. 5 тонн, молодцы прям. Хорошо. Не особо нам помогло. Грейджи очень плохие. Хи-хи, блядь, грейджи. Я прикалываюсь вообще. Очередь, понятное дело, как обычно, минус 20 тысяч. Но у меня много просто народу. Правда, много. 2 хода. Подождем вашу маму. Так, а ну-ка. Сюда уведи. Столицы вас ждут. Столицы. А столица у меня вот это, что ли, да? Нет, это не столица. Столица, по-моему, все-таки черный приют. Да, вот столица. Я не менял пока столицу. А солнечное копье. И надо ли? Не знаю. Так, здесь, на серединке, здесь мы бежим. Дипломата Асомом. Бежим к Болтону. Хочется с ним побеседовать немного. Просто побеседовать. Болтон, ночной дозор, все, что мне осталось. Найти, с ними договориться. Я тем более с ними особо не воюю. Вряд ли встречусь. Скорее всего, с ними иные встретятся раньше, чем я. Погнали. И опять он ничего не сделал. Добыча 5 тонн. Прям молодцы, молодцы. Но у меня мита 150 тысяч, твою мать. Я ничего не делаю, стою. Ладно, это стоит того. В таком случае, леди Арены, да. Все понятно, все с Аренами. Жениться я на них не могу. Скорее всего, династический брак вряд ли я могу сделать. Ну какой нафиг династический брак, если у меня как таковых наследников там ничего этого нету вообще. Какие нахрен вообще династические браки? Это, кстати, если это можно сделать, я поржу. Я правда поржу. Так, все, псина дошла. Замечательно, молодец, песик. Так, фаунтни. Какая-то херня происходит. Да ладно, блин, с чего это? А ну, что с фаунтами? Что не так? Что не так, дорогие мои? Обычные налоги 95. Что? Ну, what the fuck? What the fuck is going on? А ну-ка, давай-ка сюда, приходи-ка. А ну, еще придем. Еще вот так вот подойдем. Да что ж такое-то? Ты посмотри на него, а. Давай. Ёперный театр. Твою мать, дай вот эти. А ты прикалываешься, блядь. Аж чё, в чем проблема? Что вас не устраивает? Культ семерых, окей. Курд Лугурона, что? Религиозный бунт. Именно здесь, именно сейчас. Именно в этот... А ёперный театр, да? Ты посмотри. Ты посмотри на него. Ну сюда перейдут все вот эти. А! И плевать просто. Хи-хи. Ну ладно. Бунт так бунт, что я могу поделать? Надо бы здесь, конечно, тогда вот эту штучку ставить. Где она? Вот. Маленькая церковь Рглоора. Да, милорд. 5, 1 ход, а их все меньше и меньше и меньше, да? Ну как меньше? Нормально их еще, но они вот подчиканы жестоко. И здесь еще 2 хода, но здесь подчиканы менее жестоко. Вон как их тут... Так, в этом смысле, я думаю, что надо, если будет нападение на следующий ход, я, наверное, на следующем ходу сниму осаду здесь, а тут перекину несколько пехотных отрядов. И будут нападать, а у меня не будет кольев. Да-да-да-да-да-да, кольев не будет. Жду вашего приказа. Ну, тогда, наверное, просто перекину вот сюда, перекину несколько лучников своих с Берика. Берик сам отойдет. Жду вашего приказа, да, милорд. Так, 2 хода. Ты же атаковать будешь? Там, да, да. Это будет как-то так. Милорд? Рад служить вам, милорд. Угу. Что, все? Будет сейчас атака, нет? Сейчас проверим. Скорее всего, должна быть, конечно. Конечно, должна быть. Окей. После этого... Слава нашему народу! Ура! Мы победили! Замечательно, 5700. Ну, мало, конечно. Победа. В
Смерть лидера. Да, мой король. Добыча 5000 рублей. Подкрепление длинный стол. А сколько ходов там надо было держать? 24 года, что ли, надо было держать и подкрепление в длинном стволе? Иди-ка ты, сука, ты меня... Ух, я его ненавижу вообще. Блин, как у меня бесит этот козел этот, лысый. Прям, блин, ху-ху-ху-ху. Прям, ну ладно. Надо любить старые колени. Ненавидит этого пидораса. Итак, итаков. Отходим сюда. Нам осталась одна награда. Пальцы в рот и... Ладно, вот этот Сидр этот, надо... О, башня Сидр Холла. Бесплатный рассказ. Прям какая-то специальная хрень. Башня Сидр далеко, видимо, монумент человеческой руки и символ какого-то региона. Казармы гарнизона, это все снесем нахрен, конечно же. Кожаный доспех мы на кожаную флейту наденем и снесем. Тоже здесь все снесем. И вот, собственно, особо... Башня Сидр Холла. Да, 8 тонн, нормально поднимем денег. Кстати, Сидерхолл хорошая вещь, по-моему, да? Тут я, насколько помню, мастера меча, блядь, между прочим, из Сидерхолла. Может, нет смысла его отдавать? Может, есть смысл? А может, какой нахер смысл, друзья мои? Нет, понятно, что мастера меча, там, Сидерхолл, все дела... Когда я их построю, блядь? Когда я буду готов их построить? На какие шиши я буду это все строить? Тут есть торговый порт, чтобы вот... Да ну откуда, блядь? Торговый порт, неудивительно. Тут сухой док. А, у него нету. Какой нафиг сухой док? О чем вы говорите? Гильдия мастеров тут есть, кстати, да. Но... А смысл? Гильдия коневодов. Может, так, гильдия стрелков. Изготовители оружия тут здесь, да? То есть, да. Пошлины. Личные порты. Какая-то фигня. Да. Козерна. Ну, да. Чувачки из Сидерхолла, это, конечно, все хорошо, но. Есть одно маленькое но. Прям вот этот... Сидерхолл прям находится прям в центре, блядь, вселенной. И боюсь, как бы вот... С другой стороны, да, если начинать воевать, то это прям будет отличное подспорье. Здесь стоит, можно эхо отсюда начинать тирлов жахать в эту сторону, да, потихонечку. По идее. Я, в принципе, могу флот сюда высаживать, сюда высадить, просто столицу забрать тут и все. Или вот она, Харренхолл столица. Кстати, недалеко до нее, до Харренхолла. Либо отдать Сидерхолл им. В обмен на что? На Арбор. А давайте так и поступим. Если... Сейчас засейвимся и проверим. Даже не будем ничего уничтожать. Если мне удастся обменять... Сидерхолл на Арбор. Чем могу быть полезным? Предложение отдать им, например, свежезахваченный Сидерхолл. Это великолепнейшие предложения, просто потрясающие предложения. Они, кстати, ничего не пишут. Так, требование отдать Арбор. А где он? Старомест, Руковхолл, Мэшфорд, Три башни. Блядь, прикалываетесь, что ли? Старомец, конечно, не отдадут. Крайне невыгодно. Стоп. Ребят, извините, я кое-что должен узнать. То есть Арбор захвачен Грейджоями, что ли? Твою-то мать. Так это же, блядь, шанс. Прям шанс при шанс. Так, тут есть что-нибудь захваченное Грейджоями? Каменный замок, блядь, Грейджоев. Я надеюсь. А это поселок Таль. Иди-ка ты, братан, немножечко, да, сюда.
Вот так вот, да. Посултали. Не будем пока отдавать Сидерхолл и не будем пока ничего разрушать. Есть она у меня одна идея, понимаешь? Великолепная идея. Не будем пока ничего делать. Оставим здесь, ничего не будем строить. Ну, хотя можно так потихонечку так строить. В любом случае, а через них ход все. Дирлов не будет. Я так понимаю, что Арбор захватили Грейджои. Скорее всего. Но кто же еще? Если у них для обмена нет его. Или его нет для обмена, потому что его не обменять. Хочу Арбор, твою мать. Ну, понятно, что у тебя с Кастерли. Вот, кстати, вот можно вот этот город попросить. Ланиспорт. Или вот я бы даже сказал, вот этот город, каменный замок. Вот старый дуб. Или нет? По-моему, в старом дубе, да, слоны появляются, не помню. В каком слоны? В старом дубе? Или да, ну, что, о чем я говорю вообще? Какой старый дуб? Старый дуб, о чем ты говоришь? Все, делаем свою волечку. Мы сделали то, что надо, все. Мартеллов нет. Теперь пора... Ага. Ну вот так вот, да, мы решили? Да, конечно. Да я нет, автомат, конечно, автомат. Господи, тут все понятно, даже не стали париться. Потери, кстати, совсем небольшие. Принц Дорна, видимо, совсем какой-то бездарный командующий. Я бы постарался побольше отжамкать. 6, неплохо, великая неплохо. Победа. Друзья, все. Все, Мартеллов нет. А мы можем ценного пленника, естественно, за 2000 мы их хихихи отдать. Да, смотрите прикол. Дело в том, что у них нет замков. Им жопа. Но 2000 мы все равно можем заработать. Поэтому отдаем. Морская блокада Арбора. Ты, чувак, Грыжой. Я знал. Ну, видимо, ты меня услышал, лысый пидор. И решил показать, чей же все-таки... А к Самаре городок? Чей городок, понимаешь, в Самаре? Для этого надо идти вот к Грейджоям сюда. Я надеюсь, что они все-таки здесь. Мы помиримся, перемирие, потому что у меня армия неплохая. С Аронами плохие отношения. С чего, дорогой ты мой? Ну с чего? Ёперный театр, а? Ясно, что вот эти ребята на меня немножко Эшфорд. Ночная песня. А, поднимись, тоже не сносим, разумеется. Да. Да, мой король. Да, будем разбираться уже потом. Орошаемый в Аронвуде. Я что, я стоил, что ли? Вставил его там, что ли? Очередь приостановлена. Итоги хода. Держава повержена. Все, Мартеллов нет. То есть я чувака этого отпустил, 2000 получил, но при этом он пришел. Пришел и ушел, прям, в небытие. Нету у них замков больше. Все. Ух, Мартеллов больше нет. Прекрасно. Мартеллов нет, теперь можно проводить какую-то уже... Сбрасывать вот здесь, вот это... Ах, как тут много всех ребят. И тут фига в солнечном копье. Много народу, который надо прочным образом направить на... Да на Тиролов чует. Тут Тамблтон, правда, блин, надо... Ну, здесь у меня есть кем, чего, как, если что. Перекрыть. Так, давай-ка вот так вот сделаем. Подтянем все войска вот сюда. Захватим Тамблтон и подарим... захватим Ли. Надо бы, конечно. Захватим Тамблтон и подарим этот Тамблтон, понимаешь, нашим друзьям. Союзникам. А потом всю вот эту вот мощь бросим сюда и сразу сюда. Начнем с Подтирлов. Да. Тактика выжженной земли, в общем, сейчас пригодится, нет? Посмотрим, может также работать по тактике по этой. Хорошая тактика, между прочим. Была, правда, она сейчас меня довела в минус страшный. Но это из-за того, что я практически ничего не делал. И много содержаю, много войск у меня, блядь, наемников содержится. Все, друзья, да. Давайте на этом и закончим сегодняшнюю серию. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео.
Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, там много интересного. Обязательно комментируйте и любите эту игру. А с вами был Доктор Труф. Пока-пока, до следующих встреч.